Всем привет! Мы на конференции C++ Russia 2024. Я Монс Андерсон, евангелист и эксперт по Tarantul, и я очень рад представить своего коллегу Владислава Шпилевого, эксперта по Sysprog'у на C и C++. Его доклады всегда очень шедевральны, он делает просто обалденные презентации по крайне сложным темам. Влад, поприветствуй наших зрителей. Всем привет, дорогие друзья. Да, Монс все правильно говорит. Мои доклады очень хорошие. И это не исключение. И да, сегодня мы узнаем, кто-то, наверное, узнает много нового про эффективный код на плюсах. В процессе доклада вы можете писать свои вопросы в чат. Пожалуйста, пишите вопросы, задавайте их в чат. Мы их все соберем, агрегируем и в конце обязательно обсудим. Я призываю всех на текущий момент отложить гаджеты, уделить внимание просмотру этого доклада и, Влад, вперед, жги. Давайте начинать. Я уже был представлен, но, тем не менее, это часть доклада, я должен это сказать. Меня зовут Влад. И вот уже 10 лет пишу я код на C, на C++, как ни странно, по большей части на C, но в последнее время на плюсах. И тот, и другой код я пишу в основном для низкоуровневой работы с сетью, системный код, код баз данных и просто код по фану для всяких мелких проектов. И так получилось, что во всех этих местах мне очень часто приходилось измерять производительность бэкэнд кода и затем ускорять эту самую, улучшать эту самую производительность. И сегодня я покажу вам несколько частых проблем, которые я видел регулярно и продолжаю видеть, которые урон производительности наносят значительный, а устранение их при этом, как правило, довольно дешевое. Поэтому доклад называется «Аптечка первой производительности» или «First Aid Kit». Это то, что вы можете быстро подлатать и уже восстановить какой-то перф. И какой именно перф, я, естественно, покажу на бенчмарках в процессе доклада. План доклада на слайде, я не буду его зачитывать, но суть в том, что я покажу сначала категории самых дорогих проблем перфа, и в каждой категории мы посмотрим конкретные примеры. Разумеется, это не все исчерпывающие примеры, но самые такие интересные, которые влезли в доклад. Пошли смотреть. Перф, производительность бэкэнд-кода, по крайней мере, в моей области работы, обычно означает задержку запросов, или мы еще называем ее latency. Затем утилизация процессора, CPU и памяти, то есть насколько вы эффективно используете железо. И сколько запросов ваш сервер обрабатывает за единицу времени. Единицу времени мы обычно используем секунду и называем это RPS, Request Per Second. Вот эти штуки мы хотим оптимизировать, и под ними обычно понимается перф. Бэкэнд кода. На этом слайде можно посмотреть проблемы, которые обычно стоят больше всего по перфу нам. Это неэффективное использование кучи, конкуренция потоков, thread contention также известный как, и неэффективная работа с сетью, или, в принципе, просто работа с сетью. Она, как правило, очень дорогая. Посмотрим каждую, и прошу помнить, что доклад не про архитектуру или бизнес-логику. Понятно, можно добиться значительных оптимизаций, поправив эти две штуки, но когда они уже зафиксированы, тем не менее, оптимизации кода не заканчиваются. И здесь мы смотрим именно оптимизации кода при зафиксированной логике и архитектуре. Начнем с кучи. Чтобы понимать, что в ней может пойти не так, нужно представлять, как она работает. На случай, если кто-то не знает, я это сейчас быстро покажу. Представим себе, что куча – это такая глобальная структура данных в процессе, хэш, таблица, неважно, в принципе, что именно, просто некая глобальная структура данных. Там учтены все свободные и занятые блоки памяти, которые мы выделяем через new malloc, кладем обратно через free delete. Для каждой аллокации поиск свободного места в куче занимает время. Это структура данных. Структура данных обычно чем больше, тем медленнее в ней поиск. И он все равно не мгновенный. Даже если бы он был константный, он не будет мгновенный, правильно? Ситуация становится еще хуже, когда с кучей работает несколько потоков, и они могут начать за нее конкурировать. Если им каких-то thread local
кэшей потенциально, которые у кучи могут быть, не хватает. И они будут, ну, если куча защищена мьютексом, то они, естественно, будут на нем иногда засыпать. Это будет очень плохо для нашей параллельности кода. Кроме того, надо понимать, что даже если вы кучей особо не пользуетесь напрямую, типа new вообще не зовете никогда. Вот у меня сейчас такой проект, где мы new, в принципе, практически не зовем. Но вы по-любому используете какие-нибудь контейнеры, типа vector, map, list, stack, u, или вы зовете make shared, make unique. Все эти вещи, они в итоге внутри зовут где-то new. И пользуются кучей. Так что, хотите вы или нет, кучу вы используете практически всегда. И каждая новая локация, явная, неявная, она будет делать следующие локации медленнее. Потому что если куча — это структура данных, и она становится больше, то в ней, естественно, поиск будет все медленнее. Поэтому с каждым следующим new у вас последующий new будет все медленнее, медленнее по чуть-чуть. Как нам бороться с этими проблемами? Очевидное решение — не использовать кучу, когда у вас есть такая возможность. Например, попробуйте объявлять что-нибудь на стеке, а не на куче. Иногда удивительно, но это получается. Просто посмотреть свой код и увидеть, что вот зачем я здесь на куче что-то выделяю, можно положить на стек. Если оно за пределы стекфрейма, никогда не выходит. Или можно хранить переменные по значению. Например, у вас в структуре что-то хранится по поинтеру. Посмотрите, можно ли хранить по значению. Тогда вы хотя бы уменьшите количество аллокаций, если уж не суммарный размер. Потом, ну, иногда не получается удалить кучу, удалить ее использование. И тогда бывает, что либо она используется в коде, где оптимизировать особо ничего не надо, и тогда пусть оно там и останется. А иногда бывает, что она в коде, который все-таки горячий, и удалить ее оттуда нельзя, и вот надо тогда это место оптимизировать. Оптимизировать эти места можно. Посмотрим, как... Секунду. Да, первое, что мы посмотрим, object pooling. Пулинг объектов. Популярный и дорогой use case использования кучи — это что запрос прибывает на сервер, мы его парсим, сохраняем на куче на некую структуру или класс, типа new request, и заполняем его там какими-то данными, потом обрабатываем запрос и удаляем его, назовем delete. Если запросов в секунду у нас достаточно много, и они большие, то работа с кучей будет заметно дорогой. Можем заметить во флейм-графах, что у нас реально создание отнимает какие-то проценты перфа, создание реквестов и их удаление. Как пример кода, уже а не просто картинками, представим себе, что у нас есть некий класс реквест или структ реквест, у него много-много мемберов. Суммарно он достигает 1 килобайт, 2 килобайта, 5. Вот у меня сейчас в проекте 2 килобайта, вполне реалистичный кейс. Не то, что у него просто один здоровый мембер, а их так много, что накапливается на какие-то килобайты целые. И вот есть функция-обработчик, которая создает реквест, и в конце он удаляется. New и delete зовутся. Вот эти new и delete могут быть медленными. Но в конкретно данном сценарии это можно пофиксить. Так что скорость аллокации от размера практически зависеть не будет. Идея общая такая, что, ну, как название довольно очевидно выдает, что я собираюсь делать, пулить объекты, то есть мы переиспользуем их. Выделяем объекты один раз, реквесты, и вместо удаления мы их кладем в пул, а потом оттуда их переиспользуем, когда снова надо выделить. Это ускоряет выделение объекта потенциально, так как поиск в пуле у нас будет за константное время. В куче у нас много блоков разных размеров, а в пуле будет много блоков одного размера. Поэтому его можно сделать тупо списком, стеком. Естественно, аллокация тогда будет за константное время. Просто взять первый или последний элемент и все. И плюс у нас будет полный контроль над многопоточной защитой. В частности, можем решить сами. Нам нужен mutex, lock-free или какая-то комбинация этих решений. Можем сделать это максимально быстро для нашего конкретного случая, а не зависеть на то, какая там в куче реализация. Попробуем сделать пул. Вот тривиальный пример. Хотя бы с чего можно было бы начать. Вот у нас пул, и у него один mutex и один какой-нибудь stale-контейнер, stack, vector, q, не особенно важно в данном случае. И у нас на каждое взятие из пула и на каждое
складывания обратно в пул будет браться Mutex, чтобы защитить контейнер. Таким образом, мы не только не решили нашу проблему, но и, возможно, сделали ее еще хуже, потому что теперь у нас есть Mutex Contention на каждую локацию, на каждое освобождение, и мы кучу все еще не удалили, потому что STL-контейнер внутри будет ее использовать, а я хочу избавиться от кучи полностью. Вот такая у меня аутистическая задача, что хочу не использовать кучу вообще. По крайней мере, начиная с определенного момента, когда мой пул насытится достаточно по размеру. Но это решение, несмотря на то, что он плохое, его можно оптимизировать до уже довольно хорошего решения. И ключевая идея – давайте сделаем не один пул, а сделаем много пулов. Сделаем thread local пулы. В каждом треде будет свой пул, и будет еще один глобальный пул. Local пулы будут хранить по одной пачке объекта, а global pool будет хранить целые пачки объектов. И как именно мы их будем хранить, это будет не STL контейнер, а что-нибудь кастомное, чтобы кучу не юзать вообще. Вот, у нас у каждого треда свой пул. Они пока могут, будут брать из локального пула объекты на new, класть обратно на delete. Потом, если у треда локальный пул, ограниченный по размеру, опустел, то он будет пытаться взять пачку объектов, не один, а целую пачку сразу, из глобального пула. Если он тоже пустой, то тогда на кучу выделим пачку. Это единственный момент, когда у нас будут выделения на кучу происходить. Когда в глобальном пуле нет пачки, и тогда мы новую пачку создадим. Далее, если локальный пул стал слишком большим, например, мы делаем больше делитов, чем new в этом треде, такое запросто может произойти, а пул ограничен по размеру локальный, то надо как-то вытеснять из него пачки. Ну, и они вытесняются обратно в глобальный пул, отъезжают, оттуда другие треды их могут подобрать. Таким образом, у нас выделение на кучу происходит редко. Выделение на кучу происходит редко и только пачками. А начиная с какого-то момента мы вообще перестанем пользоваться кучей, когда все пулы насытятся достаточно. И у нас нет контеншена, нету конкуренции за глобальный пул, потому что мы будем ходить в него редко. Настолько редко, что эта конкуренция практически будет не видна. Например, если у нас размер пула локального, размер пачки, то есть 64 или 128, то мы в худшем случае будем ходить в глобальный пул раз в 64 локации из каждого треда. Но это в 64 раза лучше, чем брать Mutex на каждый лок, правильно? Потом отмечу отдельно, что в этой реализации удалить глобальный пул не получится. То есть это не оптимизация, вот этот глобальный пул, а это необходимость в данном решении, потому что у нас будет такое, что некоторые потоки выделяют больше, чем удаляют. И если мы не будем как-то из них мигрировать эти объекты обратно в другие потоки, то объекты там будут накапливаться. И, ну, до бесконечности. Или их придется удалять в кучу, а значит, мы от кучи не избавились. Короче, плохо было бы. А глобальный пул с пачками, вот это как бы канал миграции объектов между тредами. Он нам очень нужен. Если объяснение было несколько сумбурным, то есть у меня лайв-пример, где я продемонстрирую весь этот алгоритм на простом, на нескольких локациях. Скажем так. Представим, что у нас есть три потока, они вначале все пустые, у них в пулах ничего нет, и у глобального пула тоже ничего нет. И один поток хочет выделить объект, он видит, что в локальном пуле ничего нет, в глобальном тоже нет, тогда он создает на куче пачку объектов. Вот он создал. Я взял оттуда один объект и пользуется им. Взял второй объект, им тоже пользуются, из пачки. Он не выделил второй объект на кучу там или типа того. Далее второй поток тоже хочет насоздавать объектов. Он видит, что у него пул пустой, глобальный пул тоже пустой, значит, он создаст пачку на кучу. И из нее, допустим, взял три объекта. Вот они в работе находятся. Реквесты там или что угодно это может быть. Далее еще какая-то работа произошла, объекты еще посоздавались, еще отправились в работу. В итоге у нас все пулы опять пустые, все объекты в работе. А теперь некоторые объекты мигрировали в другой тред. Это запросто может получиться, к примеру,
если часть потоков читает запросы из сети, это как, допустим, IO 3D, Network 3D, как угодно называем, а другие 3D у нас обрабатывают запросы. Их, например, может быть больше, если запросы тяжелые. Или наоборот, их может быть меньше, чем сетевых, если обработка дешевле, чем прочитать сообщение из сети. Допустим. Но, короче, две группы тредов могут запросто быть. Один создает, а другие удаляют. Так что удаление в другом треде – это популярный use case, по крайней мере, по моему опыту. Вот они переехали, начинают удаляться здесь. Но их больше, чем пул вмещает. Поэтому только 4 штуки поместилось, а 5 нет. Чтобы 5 поместился, нам нужно эту пачку убрать из этого треда. Мы ее мигрируем в глобальный пул. И теперь третий тред может удалить последний объект. Далее. Еще какая-то работа рандомная произошла, вот в итоге которой второй тред пустой, и теперь он хочет создать новый объект. Вместо того, чтобы выделять на куче целую пачку, он возьмет пачку из глобального пула и будет из нее переиспользовать. И так работа продолжается. За все время этой демонстрации мы сделали аллокации на куче ровно 2, чтобы выделить 2 пачки. Все остальное было из пулов. Вот. Ну, естественно, еще эффективнее это будет, чем больше размер каждой пачки. Но минус у вас будет трейд-офф на то, сколько вы готовы памяти сожрать на эти пулы. Как это может выглядеть в коде и в бенчмарках? Вот на слайде ссылка вверху на бенчмарк, на полный код, который можно скомпилить, запустить, посмотреть. А здесь только часть кода, чтобы не забивать слайд. И бенчмарк у нас устроен так. Есть тип value. Вот он. И я могу конфигурировать его размер через шаблон. Он может быть у меня в бенчмарке 1 байт, 0,5 килобайта, 3 килобайт. И у меня он бывает pooled и не pooled. То есть value обычный и value, который я буду из пула брать на каждый new, класть обратно на каждый delete. И в C++ это довольно легко делается. Я реализовал весь этот алгоритм один раз в классе thread pooled. Дальше мне достаточно его отнаследовать, и у меня объект становится тоже thread pooled. Вот я его отнаследовал, у меня value pooled стал, а value просто он не pooled. И код бенчмарка такой, что я запускаю много тредов. Каждый тред создает кучу-кучу value нужного типа, в зависимости от того, какой я тип тестирую. И потом в рандомном порядке их удаляет. И так делает много раз. И я смотрю, с какой скоростью это все произошло. И мы получаем такие результаты, по крайней мере, на том железе, где я это запускал. Видим, что выделение и освобождение объектов из пула оказалось всегда как минимум немедленнее. А на больших размерах, которые меня больше всего, в общем-то, интересовали, как минимум в 2 раза быстрее оказалось. Какие минусы? Очевидно, что такое ускорение вы не получите к финальному RPS, да, потому что у вас запросы, скорее всего, делают что-то еще, кроме создания некого структа или класса и потом делать delete. Там еще какая-то бизнес-логика обычно есть. Поэтому ускорение явно будет не в 2 раза, но оно может быть очень заметно. По крайней мере, по моему опыту. А потом для маленьких объектов получилось ускорение, для меня самого, честно говоря, сюрпризом оказалось, потому что я наблюдал и обратную ситуацию. Видимо, это зависит от реализации стандартной библиотеки или типа того. У меня есть предположение, что, возможно, куча стандартная, она уже просто имеет иногда какой-то пулинг локальный, наподобие того, что я сделал для маленьких объектов, но это не точно. Для больших объектов ускорение я наблюдал всегда. Что еще мы можем сделать с кучей? Интрузивные контейнеры. Еще один способ уменьшить нагрузку на кучу. Чтобы понять проблему. Ей страдают и вектор, и map, лист, все прочие стейл-контейнеры, самописные часто тоже от этого страдают. Что за проблема? Посмотрим на контейнере std-list, где она явнее всего видна. Так вот, когда объект кладется в список, его нужно копировать в промежуточный объект. Объект это может быть pointer на объект, может быть по значению, неважно. Суть в том, что вы не кладете в список, оно должно как-то там сохраниться. И сохранение происходит через копирование. Копирование поинтера – это как бы дешево, но это, тем не менее, нужно куда-то поинтер этот сохранить.
И это промежуточное значение – это звено списка, которое хранит ваше значение, плюс ссылки next и previous pointer, чтобы список получился как бы. Если это forward list, то там будет только один линк. Если это двусвязный список, там будет, естественно, два линка. И таким образом эти линки связываются. Вот. А вы как бы об этом не заботитесь, когда туда пушаете объекты, и это как бы удобно. Но вы за это платите кучей. На каждый пуш, на каждый поп вы будете создавать линк или удалять этот линк. Плюс еще один неочевидный минус – это что если вы храните поинтеры в списке, то вы замедляете обход списка. Потому что у вас получается для доступа к своему объекту, который там по поинтеру хранится, нужно сначала разоминовать линк, а потом разоминовать еще свой поинтер. Нужно два разоминования. Разминование, оно не бесплатное. Это дополнительный поход в память потенциально, дополнительная нагрузка на кэш процессора. Она будет едва заметна, но она может быть заметна. Мы дальше посмотрим, насколько. Какие альтернативы? Альтернатива – интрузивный список. Это когда вы берете ссылки previous и next и просто кладете их в свой класс или структуру напрямую. И сами связываете свои объекты без всяких промежуточных линков. Тогда вы не платите дополнительной нагрузкой на кучу, на каждую операцию с этим списком, которая его бы изменяла, и у вас доступ к мемберам вашего объекта – это одно разоминование, а не два. Минус интрузивных контейнеров, списков и какие там еще, в принципе, бывают. Основной – это, по крайней мере, был до C++, то, что… Если бы мы делали это на C, это типичный способ на C, как бы на C у нас нету шаблонов там, нам пришлось бы либо городить макросы, либо вручную поддерживать этот список. Макросы как бы есть из коробки, даже StaleQ, тот же доступен, по крайней мере, на Linux вроде. Но, тем не менее, они не очень удобные. Там вам нужно писать постоянно название типа, название мембера на каждую операцию со списком. Это все максимально неудобно. А в плюсах, даже просто с 11-й версии, вы уже можете сделать это на шаблонах достаточно удобно. Вот на слайде две ссылки вверху на списки интрузивные мои. Односвязные и двусвязные. И на слайде пример кода, как их использование выглядит, достаточно легко. Вы просто пользуетесь ими как обычными контейнерами. Вам единственное, что нужно сделать дополнительно по сравнению с std контейнером, типа list, это объявить, где у вас линк будет находиться в объекте. Вот у меня на слайде там myNext объявлен внутри объекта. Его надо, чтобы он где-то был внутри объекта доступен. И все. И этот класс теперь работает с forward list. Так что штука достаточно легко теперь используемая, и не нужно больше платить за кучу. Давайте побенчмаркаем, посмотрим, насколько это быстрее. На слайде я, ну, опять же, ссылка вверху на полный бенчмарк, на слайде часть бенчмарка. Я сравниваю std-лист указателей с моим интрузивным списком, который может хранить только указатели by design, поэтому сравнение справедливо. Стоит отметить, что если вы храните std-лист значений, а не поинтеров, то он как бы уже сам по себе интрузивный, можно так выразиться, поэтому будет по скорости как интрузивный почти. Вот. А вот когда вы храните поинтеры, то разница будет заметна. Я сравниваю здесь не только время вставки, но и время обхода списка. Я хочу замерить вот эту вот дополнительную стрелочку в своем коде, насколько, сколько она мне стоит. Результаты, в общем-то, ожидаемые для создания списка, что очевидно, если один список просто пару поинтеров присваивает, а другой делает new, тот, который делает new, будет гораздо медленнее. Мы это и получили. STL-ный список оказался гораздо медленнее на заполнение. И это еще... Ну да, то есть он... Да, он оказался значительно медленнее, при том, что он всего 24 байта на кучу аллокает на каждый push-pop. То есть pointer prev-next и pointer ваш, который вы храните, но вот тем не менее стоит это столько, как минимум. Далее, скорость обхода списка оказалась действительно не бесплатный в std-list, вот эта стрелочка. Это маленькая разница, всего 7%, по крайней мере, когда я это бенчил,
но она была стабильна. То есть это не шум, что я один раз запустил там плюс 7, второй раз запустил минус 7. Это стабильная разница, которая воспроизводилась постоянно. Вот, отмечу один минус, что у интрузивных списков будет менее эффективен расход памяти, если объекты ваши много времени проводят вне списков. Потому что вы всегда будете платить дополнительные 16 байт за каждый объект, который вы потенциально хотите хранить в списке. В то время как в STD-лист вы будете платить эту память только когда он реально в списке находится. Плюс в STD-лист вы можете один объект напихать во много листов, а здесь... С интрузивными контейнерами вам на каждый... Если вы хотите, например, одновременно уметь хранить объект в двух списках, вам придется два раза линки объявлять в нем. Они могут иметь разные имена там, но тем не менее два раза. Вот, это будет расплата. Но по опыту, по крайней мере, что я видел, это особо значения не имеет. Гораздо больше выигрыша от избавления от кучи... А, последнее забыл сказать... Вы еще получаете от интрузивных контейнеров плюс, что у вас за константное время можно, например, из него что-нибудь удалить из списка. Потому что когда у вас есть мембер, у него в нем прямо внутри есть ссылки prev-next. Если вы хотите его удалить, вы можете просто prev-next друг с другом связать, а свой элемент достать. Вот. А в std-лист вам придется его сначала найти и потом сделать erase по итератору и т.д. И вот эта интрузивная тема, ее можно применять не только к спискам. Можно к деревьям применять, к кэш-таблицам, к бинарной куче. Там разные плюсы-минусы будут, но, в принципе, эта тема с интрузивностью довольно удобно распространяется на различные контейнеры. С кучей на этом все. Следующая большая тема – thread contention, конкуренция потоков. Она возникает... когда у вас более одного потока хотят получить эксклюзивный доступ к некой памяти. Неважно какой, к любой вообще. И эти потоки сталкиваются лбами, вот, когда одновременно пытаются получить доступ. И если это происходит достаточно часто, то это может значительно уменьшить параллельность вашего кода, масштабируемость на ядра. Естественно, это негативно повлияет на перф в плане утилизации ресурсов вашей машины. Типа... Представим, что мы запустили много-много тредов, а они настолько конкурируют, что одновременно реально работает там несколько ядер всего из, допустим, 64. Это то, что я наблюдал. Вот, это не выдумано. Так что конкуренция потоков может быть очень серьезной проблемой. Обычно какой-то быстрого способа ее починить нет, но некоторые вещи мы можем исправить. Начнем с false sharing. Вообще, очень моя любимая тема, вот это, false sharing. Пример. Допустим, мы знаем про конкуренцию потоков и думаем, что у нас ее нет. Логически. Вот у нас есть класс или структура, и в ней есть мемберы. И мемберы используются разными тредами. Вот у нас есть два треда, один использует один мембер, а другой – второй мембер. И они не пересекаются. Казалось бы, логически. И я замеряю время, за которое они с этими мемберами что-то делают. И вот я замерил, что я получил 10 попугаев, там, 10 миллисекунд какой-то работы. Казалось бы, ну нормально, типа, мне сравнить не с чем получается, но выглядит вроде норм. А если я сделаю вот так, добавлю здесь пустое пространство между этими мемберами, 64 байта хотя бы, то пенч у меня стал в 5 раз быстрее. И как же так у нас получилось? На самом деле ответ довольно простой. Если базово понимать, как работает CPU с памятью, даже не нужно какие-то детали суперские знать, достаточно знать базу, и уже откроется ларчик, что тут произошло. Дело в том, что CPU, он в память напрямую не ходит. Ядра процессора, они не ходят в оперативную память напрямую. На всякий случай еще добавлю. Оперативная память – это отдельное устройство, ядро процессора – это отдельное устройство. И они связаны там через шину или типа того. И чтобы сходить в память в оперативную, там, допустим, происходит переменную какую-нибудь. Это значит, надо с ядра сходить в другое устройство. Это очень долго. И если бы это было всегда так, то компьютеры были бы очень-очень медленные. И чтобы они не были супермедленные, добавили промежуточное устройство кэш, через которое ядра процессора ходят в оперативную память.
И у каждого ядра как бы своя собственная копия кэша, можно так сказать, которая хранит очень-очень маленькое подмножество каких-то блоков оперативной памяти. Разные кэши разных ядер могут хранить разные блоки. Из оперативной памяти и блоки эти очень маленькие, 64, 128 байт, вот как-то так, обычно 64. И эти маленькие блоки называются кэш-линиями. Это вот минимальные единицы памяти, которую кэш может закэшировать из оперативной памяти. И дело в том, что если несколько ядер пытаются читать, писать одну и ту же кэш-линию, то есть один и тот же адрес физически, то процессору приходится делать очень дорогую синхронизацию между этими ядрами, между их кэшами, чтобы кэши оставались валидными. Валидные означают, что либо если какие-то данные есть в нескольких кэшах, то они там одинаковые, либо их там нет. Вот. А такого, что в одном кэше данные есть, и в другом есть по такому же адресу, но они отличаются, такого быть не должно. Чтобы этого добиться, когда несколько ядер атакуют один и тот же адрес, приходится вытеснять из всех кэшей, которые не меняли эту линию, и оставить только в том кэше, в того ядра, которое с этой линией работает. Вот. Это очень дорого, потому что когда эти ядра опять захотят работать с этим адресом, они увидят, что у них в кэше его больше нет, и пойдут в память. А это на несколько порядков медленнее. Несколько порядков, типа сходить в кэш, допустим, один такт, там, не знаю, одна наносекунда, вот от балды, а в оперативную память сходить там 100 наносекунд. Вот. Такие дела. Так как кэш оперирует только целыми линиями, он не умеет кэшировать индивидуальные байты там, или типа того, он не отличает, что вот мы читаем один байт такой-то из линии или другой байт. Он оперирует минимальной единицей всей кэш-линии целиком. Может так получиться, что, как у нас в примере, что логически не связанные байты попали в одну кэш-линию, потому что они просто были слишком близко друг к другу в памяти, и вот так они попали в одни и те же 64 байта. Логически эти операции для нас выглядят независимыми над этими байтами, но в железе они будут бить по одной и той же кэш-линии. За нее будет конкуренция. Это называется false sharing, то есть у нас ненамеренное ложное использование общей памяти. Чинится оно довольно легко. Как я и починил, я добавил пустое место между ними, чтобы они не были в одной кэш-линии. Я это сделал довольно грубо, я просто добавил пустые байты, и оно будет работать везде, чем мне этот способ нравится. И всегда, и оно не увеличит выравнивание минимальное у этой структуры или класса, в который вы добавили пэддинг. Есть какие-то более красивые способы, типа можно в C++ align as использовать, align as 64, типа, и получите, что эти мемберы будут друг от друга в разных, короче, кэш-линиях отстоять. Потом в новом стандарте вроде есть STD, hardware, что-то там, concurrency, какая-то константа, короче, в плюсах уже есть, которые не надо хардкодить больше 64 байта или 128 или сколько. Вот. Но старый добрый способ добавить пэддинг из чаров, он тоже работает и работает везде. Как демонстрация, как минимум, мне нормально было. Вот, что еще мы можем посмотреть? Contention memory order. Допустим, у вас есть нагруженный код, вы удалили оттуда false sharing, и думаете, что теперь-то точно все нормально. И у вас там lock-free операции всякие используются, и там мьютиксы вообще поудаляли отовсюду. Вот, и мы используем в плюсах std atomic, или в C используем двойное подчеркни sync, двойное подчеркни atomic. На винде можете использовать interlocked операции. Вот, и мы их такие используем. И у них, помимо основного параметра, типа числа какого-нибудь или поинтера, есть еще второй параметр. По крайней мере, у атомика и у std атомика и у двойное подчеркни атомика. У них есть параметр memory order. И их несколько штук. Relaxed, consume, acquire, release, sequential consistency, consume, я сказал. Еще вроде какие-то есть, не помню, но их мало, короче. И они регулируют, как свободно процессор может исполнять эти действия относительно соседних операций. Вот эту вашу атомарную операцию относительно соседних операций вокруг нее. Сама операция, если вы используете Atomic или Sync, или, подчеркни, Atomic,
она будет атомарна по-любому. Даже если вы релакст используете, он не делает вашу операцию неатомарной. Релакст инкремент, он типа будет атомарный. Они влияют только на то, как эта инструкция, операция, будет жить относительно операции вокруг. Я под этим имею в виду, что если вы никак не задаете ордер операции, допустим, relaxed order, то процессор имеет полную свободу, в каком порядке ваши операции могут заканчиваться. Начинать он их все будет в пайплайн класть в одном и том же порядке, в каком написано, но заканчиваться они могут в разном порядке, не в том, в котором вы их написали. Вы можете выключить оптимизации компилятора, напихать 1000 volatile, но это вас не спасет от реордеринга на железе. В коде это может выглядеть как-то так. Вот такой воображаемый пример. У нас есть два потока. Один поток присваивает переменные ABC, 1, 2, 3, а другой читает переменные в обратном порядке. И мы можем заметить в теории, опять же, что у нас печать может показать C равно 3, а B равно 0. Хотя это невозможно логически, потому что если C была обновлена, она была обновлена после B, это значит, B тоже должна быть уже обновлена. Но нет, можно увидеть, что это не так в теории. Я добавляю в теории, потому что это зависит от процессора, какие конкретно реордеринги вообще возможны. К примеру, x86, на нем только один реордеринг есть. Его можно поймать в коде по ссылке на слайде. Можете скомпилить, запустить, и там логически невозможная ситуация будет происходить в цикле. Вот, и порядок памяти, когда вы указываете memory order, он конкретные реордеринги запрещать умеет. Например, риды относительно райтов, райты относительно райтов, риды относительно ридов и прочее. Я не буду погружаться в каждый ордер, это очень большая тема, но я покажу вам пример, где, зная правильный ордер, можно улучшить свой перформанс своего кода. Улучшив своего кода, можно улучшить свой перформанс, получить повышение или что-нибудь такое. Так вот, на примере STD Atomic C++, бенчмарк, ссылка на слайде, как обычно, он, STD Atomic, использует sequential consistency по умолчанию как самый безопасный вариант. Вот, если вы его используете, код ведет себя, как он написан. Но это почти всегда слишком строгий порядок. По факту, я за всю свою карьеру ни разу не видел, чтобы sequential consistency был нужен. Я видел искусственные примеры, где он нужен. Реальных примеров в настоящем коде я не видел. Это вот настолько оверкил. Посмотрим теперь, как меняется скорость работы, если мы вместо sequential consistency дефолтного подставим, допустим, relaxed. В данном примере на слайде мне relaxed более чем достаточно. Пример, конечно, очень искусственный, но вот, допустим, STD шарит PTR, он использует relaxed. Почему-то, а не sequential consistency для счетчика ссылок. И вот давайте сравним. Этот код очень простой, практически полный бенчмарк на слайде находится. Насколько будет relaxed быстрее или медленнее? Прежде чем мы продолжим, я хочу, чтобы вы загадали число. Какое вам кажется? Можно сказать, например, не поменяется. Потому что если кто-то в эту тему уже погружался, он скажет мне, что x86 там одно и то же будет. Все атомарные операции там одно и то же рендерят, один и тот же машинный код, и все. Разницы не будет. Вот. Или, может быть, релакс окажется медленнее почему-то. Не знаю. То есть я знаю, на самом деле. Вот. У меня получилось ускорение в 16 раз на Relaxed. Почему так? Это были все оптимизации включены. Это был последний компилятор GCC. А если хотите фан, то можете еще посмотреть, как это выглядит на последнем силанге. Там еще хуже будет. Вот, на GCC относительно чисто получилось. Относительно хуже на силанге получилось, в смысле там кода больше. Он, может быть, и быстрее бы работал. Вот, я не сравнивал GCC против силанга. Но GCC оказался читабельный ассемблер. Вот, дело в том, что на x86, как я сказал, одно переупорядочивание все-таки есть. Там то ли read с write, то ли write с read могут в разном порядке закончиться. И sequential consistency от него защищает на x86. И из-за этого
компилятору приходится для этого строгого порядка использовать инструкцию exchange, в то время как для Relax это достаточно просто move. И вот, видимо, оказалось, что этот exchange был сильно-сильно медленнее. Этим примером я хотел показать, что неважно, вы пишете код строго под x86 или под ARM или еще что-то одно, все равно имеет смысл использовать правильный ордер. Можете от этого значительно выиграть. Стоит отметить, что не все операции, поменяв sequential на relaxed, вы получите ускорение. Какие-то из них действительно не поменяются вообще. Вот. Но вот присваивание, типа store, может поменяться. Что еще можно сделать по контеншену? Lock-free очереди. В бэкэнде очереди всех возможных типов используются очень часто. Монс не даст соврать. И одно из популярных использований очередей в коде, все-таки они архитектурных каких-то снаружи, типа Kafka там и прочее, это когда у вас в коде один или много потоков что-то кладут в очередь, допустим, реквесты, а другие потоки достают из очереди и их обрабатывают, эти самые реквесты. Как сделать такую очередь? Самое простое решение опять. Когда хотите что-то сделать, удобно начать с самого простого, потом его улучшать. Самое простое решение – это Mutex и, допустим, STDQ. Вот, буквально очередь будет, просто защищенная мьютексом для тредов. Естественно, это не рабочий вариант для нагрузочного кода, потому что будет контеншн на этом мьютексе, мы не хотим за него платить. Есть способ от этого мьютекса избавиться, или, по крайней мере, очень-очень редко им пользоваться. И это так называемые lock-free очереди, или есть еще семи lock-free, я их так называю, где Mutex есть, но он просто очень редко юзается. Lock-free — это где Mutex'а вообще нет. И вот есть разные типы этих lock-free очередей. Нету одной волшебной lock-free очереди на все. Здесь вам придется выбирать, если вы хотите использовать lock-free, какой у вас use case. В частности, нужно понять, у вас в коде один или больше одного треда кладут в очередь, один или больше одного треда достают из очереди. Или ограничена ли у вас очередь по размеру? Если она ограничена, то что надо делать, когда размер достигнут максимальный? Вот эти все штуки надо для себя решить, и потом вы можете выбирать очередь одну из существующих или написать свою, или взять существующую, переписать ее под свой код-стайл. Там они некоторые очень простые бывают, эти очереди. Их можно буквально скопировать и переписать, как вам нравится. На слайде я показываю ссылки на реализации различных типов очередей. Две из них — это мои. Одна из них — это Cameron 314 Concurrent Queue. Какая-то очень популярная очередь, якобы универсальная. Вот, и вроде как, наверное, быстрая, но я не тестировал. И еще три ссылки на сайт 1024core.net, который не просто, где можно найти реализации очередей некоторых lock-free, но и это очень хороший образовательный портал, где вы можете узнать много инфы про lock-free вообще, про атомарные операции всякие, про memory ordering и прочее. И там эти очереди, которые вы найдете, они там объяснены, как они работают, какие у них плюсы, минусы. Очень хорошее место, чтобы начать знакомство с миром lock-free алгоритмов. Давайте посмотрим, насколько быстрее может стать код, если использовать lock-free. Я сделал несколько бенчмарков с моими реализациями очередей. Мультипродюсер, сингл-консюмер и мультиконсюмер, сингл-продюсер. Чтобы показать примерно, какой порядок ускорения можете получить. И я здесь сравниваю lock-free очередь против Mutex очереди. Вот той изначала, где был Mutex на каждую операцию. И Mutex, очевидно, оказывается медленней. Во-первых, некоторые очереди... Ну, Mutex вам стабильно стоит две атомарные операции на lock-unlock и критическую секцию добавляет. И у вас это будет стабильно и на push, и на pop, на каждый. Вот. И здесь все достаточно предсказуемо. А в lock-free очередях, в некоторых, например, операция может быть просто одна lock-free операция. Все. Push, pop... Просто делать какую-то одну, один exchange или compare exchange, все. Он будет дешевле, чем Mutex-ная очередь вообще даже по количеству операций.
Некоторые лог-фри очереди могут делать много лог-фри операций. Допустим, 4, 5, 6 эксченджей, каких-то стор, лот. То есть больше, чем Mutex. Но в них не будет критической секции. У Mutex минус не в том, что у него атомарных операций слишком много. Вот эти две на Mutex Lock и Mutex Unlock. Там просто флажок как бы снимается, ставится. Это недорого. У него минус в критической секции, что только один поток внутри может находиться. Пуша или попа. А в лог-фри очередях в некоторых, даже если при отсутствии контеншена она может быть медленнее, чем Mutex очередь чуть-чуть, но при контеншене она будет значительно быстрее. Вот такой трейд-офф. Следующая категория — это сеть. Самая дорогая, в общем-то, категория, потому что здесь мы активно работаем с ядром, с сисколами, с сериализацией, десериализацией и прочими вещами. И первый бэкэнд в значительной степени определяется, опять же, по моему субъективному опыту, тем, насколько эффективен его сетевой код. Отправка, получение данных там и прочее. И даже если у вас сценарий вида один коннект, один запрос, даже как быстро вы можете заакцептить и закрыть сокет, это тоже может влиять. Если у вас на каждый запрос это происходит, то, очевидно, у вас это происходит часто, значит, это надо оптимизировать. Первое, что простое можно сделать в таком коде, если он у вас еще не сделан, это scatter, getter, io. Представим себе, что вот у нас есть функция отправить данные, что может быть проще. Она принимает только не один буфер, а вот это наше send all, она принимает массив буферов. Или список, это неважно. Короче, она принимает множество буферов, а не один. И надо их отправить. Обычная функция send принимает только сплошной буфер. Void звездочку и size, и все. А как отправить много void звездочек и сайзов? Ну вот наивное решение было бы в цикле их отправить по одному. И я получаю какой-то перф 2,5 гигабайта в секунду. Типа, ну нормально, наверное. Вот я отправлял 16 буферов каждый по килобайту, много раз в цикле и такую скорость получил. Ну, а если мне появляется с чем сравнить, то внезапно оказывается, что я могу ускорить это в 2,5 раза при помощи функции sendMessage, которую я зову один раз, а не много раз в цикле, как send. Но мне для нее нужно подготовить вход, такой вот массив его век структур, где я заполняю эти свои буферы и отправляю за один sendMessage. Если... Да, вот, на практике ускорение, оно будет зависеть от количества буферов, от их размера. Я лично наблюдал в 10 раз ускорение здесь, отправки. И вот эта штука и называется scatter, getter, io. В данном случае getter, io, мы как бы собираем разные буферы в один массив и отправляем их за один раз. Ускорение происходит за счет уменьшения количества системных вызовов. Мы в самое дорогое в обоих этих кодах, что send и send message, сам факт системного вызова, это очень дорого. Если вы делаете меньше системных вызовов, вы получаете ускорение, ну, примерно сравнимое бывает с количеством сэкономленных системных вызовов. Опять же, зависит от размера буфера и прочего. Такие дела. Намного порядков системный вызов дороже, чем заполнить небольшой массив его веков. Вот. Естественно, это имеет смысл только если вы буферов хотя бы иногда отправляете больше одного. Потом, почему я не использовал функции readv и writev? Потому что, хотя они проще, потому что они будут у ядра, по крайней мере на Linux, обновлять файлик process.self.io, где статистика процесса по дисковым операциям хранится. Если вы пишете в сокет writev, то это будет считаться как дисковая операция в этой статистике. Если вам эта стата нужна, то лучше не использовать для сокетов read и write функции, использовать send-receive. Следующая, ну и последняя оптимизация – очереди сообщений. Зависит от приложения, естественно, но часто сервера могут быть нагружены очень сильно, обрабатывать тысячи, десятки тысяч клиентов одновременно. Это означает как минимум такое же количество сокетов у вас в процессе. И они в любой момент, эти сокеты, могут получать события, становиться readable, writable, получать ошибки, какие-то out-of-order data и прочее, что там протокол позволяет. Есть три способа, как работать с большим количеством сокетов. Допустим, 10 тысяч сокетов. Естественно, вы не будете стартовать один тред на сокет в таком случае.
Правильно, вы будете как-то пытаться в небольшом количестве тредов обрабатывать много сокетов. И есть три способа, как это делать. Периодический полинг, реактивный полинг и очередь сообщений. Очередь событий. Сообщений, неважно. Очередь, короче. Самый простой способ – периодический полинг. Это где у вас, вы в цикле обходите все сокеты, пытаетесь их все читать, писать, а потом спите немножко после тяжелой работы. А здесь это выглядит очень просто, но это самый худший случай для перформанса. Во-первых, вы платите за latency дополнительное, потому что, когда у вас становится readable, допустим, сокет N, вам придется попробовать читать N-1 сокетов до него и сделать на каждый из них syscall. Это очень дорого. Дальше вы платите latency за sleep, потому что, допустим, сокет стал readable, а вы только что пошли спать на 100 миллисекунд. Вы на 100 миллисекунд проспали event. И последнее, вы будете все еще платить много CPU, потому что у вас будет много лишних сисколов, сендов, ресивов, особенно ресивов, потому что сокет обычно не readable. Вы большую часть ресивов будете заканчивать с EWOOD-блок ошибкой, то есть потратили зря время процессора. Как это чинить? Первый способ простой, это select или poll. Select – это устаревшая legacy API, которая крэшит, если у вас сокетов больше, чем 1024. Вообще дескриптор в процессе больше, чем 1024. Его использовать нельзя. Он появился тогда, когда дескрипторов не могло быть больше, чем 1024. Сейчас их обычно больше. Поэтому select мы не используем. Если вы его имеете у себя в коде, то его удаляем. Заменяем на poll, который ничем не хуже, во всем лучше. Он принимает массив дескрипторов с ивентами, заполненными в поле events у каждого, какие вы хотите ивенты слушать. И при возврате poll заполнит rEvents поле у всех дескрипторов с ивентами, которые произошли. И вам нужно пройти по результирующему этому массиву, посмотреть у всех rEvents, у кого они есть, там вы обрабатываете эти rEvents. Вот так это может выглядеть в коде. Зовем poll, обходим все дескрипторы, смотрим, у кого какие события в rEvents вернулись. rEvents – это как бы returned events. Вот. То есть так легко запомнить. И делаем сисколы только там, где это имеет смысл. Сравним это с периодическим полингом и получаем 25% ускорение на бенчмарке. В моем, как обычно, бенчмарк на слайде, ссылка. Там большой код, я его не показываю тут, но суть в том, что я запускаю 5000 клиентов, и запускаю, они посылают 5 миллионов сообщений суммарно. И в каждый момент времени только часть клиентов активна, чтобы сделать это реалистичнее. И вот на этом я получил 25% спидап. И в периодическом полинге я сделал 120 миллионов лишних ресив сисколов. А в поле я сделал 0. У меня ни одного EWOOD-блока не произошло. У меня был расход CPU меньше. Плюс в этом бичмарке мне пришлось периодический полинг сделать без слипов. Это был просто busy loop. Со слипами он настолько медленнее, что его не имеет смысла даже сравнивать. Вот. А без слипов это busy loop, значит, он у меня будет в сотке CPU, даже когда данных нет. Естественно, нереалистично такой код оставлять. Вот. Что можно еще сильнее это улучшить? Пол. Это очередь сообщений. Это как U на Mac BSD, EPOL на Linux, его completion ports на Windows, его URINC, не знаю, можно ли сюда отнести, наверное, тоже, но это только Linux. Вот, мы здесь сравниваем, сконцентрируемся на EPOL. Вот. Суть в том, что массива сокетов в UseSpace больше нет. Вместо этого каждый сокет, вы в этот массив ядерный добавляете для трекинга событий при помощи спецсискола типа EPOL KTL там, или KEvent. И плюс, ну и когда вам нужно достать события, вы зовете функцию типа epolWait, она вам для всех этих сокетов, добавленных в epol, вернет, какие у них события произошли. И только события. Плюс в том, что на каждый вызов epolWait вам не нужно все 10 тысяч своих сокетов в него передавать. И ядру не нужно каждый раз на каждый вызов epolWait их все обходить и смотреть, у кого что есть. Оно на момент вызова epolWait ядро уже знает, уже накоплены события в очереди. Она их просто вам отдает. И не нужно обходить все сокеты на каждый вызов. И вот эта штука используется в местах типа BoostSEO, например, или LibF и прочих аналогах. Вот. Если сокетов у вас даже просто 100 или больше, epol уже может оказаться заметно быстрее, чем poll. Код выглядит очень похоже на poll.
мы ждем события, обрабатываем их по одному и отметим, что мы здесь не обходим сокеты, мы обходим события. Если у нас 10 тысяч сокетов, произошло 10 событий, цикл пройдет только 10 итераций. Это может заметно быть в расходе ЦПУ. И, естественно, как и с полом, мы делаем сисколы только там, где мы получили соответствующее событие. Применив это к тому же бенчмарку, я получаю еще 30% спидап. Это пессимистичный спидап. Если вы больше кода, весь свой код архитектуры бэкэнда переводите на реактивную обработку вместо полинга, вы можете получить реально порядки ускорения. Я лично наблюдал один пример, который до сих пор меня впечатляет, что код ускорился бэкэнда на одном сервере в 10 раз, когда мы на том же CPU и памяти с таким же расходом, когда мы весь пайплайн обработки запроса перевели на сетевом уровне на EPOL, на следующих уровнях на всякие прочие реактивные способы обработки, асинхронные всякие вещи и прочее. Все суммарно, вот этот переход на реактивную обработку вместо полинга нам дал 10-кратное ускорение на реальной нагрузке, не на искусственной. Такие дела. Всем спасибо за внимание. Естественно, все у меня не поместилось. И у меня есть дополнительный контент, который можете покликать на слайдах. Вначале был QR-код. Для тех, кто смотрит трансляцию или у кого PDF-ка, вы можете сканировать QR-код, открыть онлайн версию этой презы, и там все ссылки кликабельные. И можете покликать и посмотреть, что там еще есть. И это тоже не все, но это то, что помещается легко на слайды. Вот так. Спасибо всем. На этом мы заканчиваем основную часть доклада. Спасибо, Влад. Очень классное выступление, очень много полезного материала. Наше онлайн-время подходит к концу. Мы не сможем рассмотреть дополнительный контент, конечно же, в онлайне, но я хочу сказать, что мы можем разобрать этот контент в эфире после основного эфира. То есть вы можете подключиться к просмотру в дискуссионную зону и поучаствовать после того, как мы закончим. Сейчас мы разберем пару вопросов, которые нам задали. Начнем с самого простого. Вопрос про интрузивные контейнеры, и заключается он в том, а почему бы просто не использовать Boost Intrusive? Я не люблю Boost. Я тоже. Не, смотрите, на самом деле, вот Boost SEO мне нравится. Он тормозит, у меня есть вещь, которая быстрее. Но он очень удобный. И многие вещи в Boost тоже, допустим, очень удобные. Но мне не нравится, что он слишком здоровый. Типа, мне просто нужны интрузивные контейнеры. Мне не нужен весь Boost. Я не хочу скачивать весь дистрибутив Boost, зависеть как-то на Boost. Интрузивные контейнеры очень легко реализовать самому. Если вы откроете эти ссылки с моего слайда, буквально один файл, там пару сотен строчек кода вместе с комментами. Это очень мало, и это проще сделать самому, чем тащить Boost. Я, в принципе, не люблю не только Boost, а вообще зависимости, когда я могу что-то легко написать сам. Вот. Но да, в Boost вроде тоже есть интрузивные контейнеры, наверное, они не хуже. Если у вас уже в проекте Boost, то почему бы и нет? Спасибо. Следующий вопрос. Я, наверное, задам их в неправильном порядке, потому что я боюсь, на третьем мы можем засыпаться. Пробовал ли ты shared nothing подход вместо thread pool? То есть не сравнивал ли? Shared nothing? Да. А это здесь как... Да, мне кажется, это какие-то разные вещи, нет? Возможно. Совершенно. Здесь у меня нужно шарить. Типа у меня задача, что я хочу переиспользовать. Или я неправильно понимаю, что имеется в виду под шейд? Ну, я думаю, вопрос заключается в том, что как бы не сравнивал ты перф, то есть, а если вообще как бы приложение ничего не будет шарить, вот если его редизайнули? Типа без пула, если? Да. Ну, там бенчмарки были, да. У меня он медленнее в два раза получался код на объектах типа килобайта больше. Вот. Я пытался это дропнуть, типа у меня был проект, когда я работал в Ubisoft до текущего места, там у них есть этот пул, и я, типа, тоже задал такой вопрос, а нахрена? Типа,
Я много вопросов, много раз этот вопрос там задавал по разным частям кода. Вот, и когда такой вопрос появляется, ты удаляешь код и смотришь, что-то поменялось или нет в бенчмарках. Я удалил этот пул, и я увидел, что бенчмарки просели. И в два раза, но там было заметно. 10 секунд до конца эфира. У нас есть еще вопросы. Я приглашаю всех в дискуссионную зону, где мы можем продолжить отвечать на вопросы и разобрать бонусный контент. Давайте, погнали.